26 апреля депутат Государственной Думы Алексей Куриной побывал в Сенгилее. Вот только поездка эта была весьма странной. Изначально он должен был прочитать лекцию на тему Конституции Российской Федерации студентам местного технологического колледжа. Однако к назначенному времени депутат опоздал. И тогда он решил провести встречу с директором колледжа Натальей Котловой. Правда, что именно хотел обсудить Алексей Куриной, осталось тайной. Ратающий за свободу слова депутат попросил удалиться нашу съемочную группу. Хотя директор колледжа заявляла, что у нее от нас секретов нет. Можно тогда поговорим, чтобы вы не смущали директора камерой по делам внутренним, а потом уже дальше по официальному графику. После того, как секретное совещание закончилось, Алексей Куриной пытался выяснить у сотрудников колледжа, а есть ли у заведения проблемы. Но чего-то ужасного они ему не рассказали. После этого депутат отправился на места коммунальных аварий, произошедших на прошлой неделе. А то, что сейчас авария уже устранена и идет подготовка к сезонному ремонту водопровода, признали даже помощницы Куринова. Не менее странным, чем вся поездка в Сенгилей, получилось и общение наших корреспондентов с Куриным и компанией в местном райкоме КПРФ. Сначала его помощницы пригласили нас посмотреть на жизнь райкома, а потом, заявив, что это внутрипартийные дела, закрыли дверь перед самым лицом. Можно сказать, что поездка Алексея Куринова в Сенгилей получилась не только странной, но и какой-то тайной. Михаил не Михайло, Данил Сурков, новости дня, Ульяновской правды. Спасибо.